Этот дом в Ленинском районе Нижнего Новгорода был построен еще в 1958 году как общежитие для рабочих завода «Красная Этна». В 2012-м его признают аварийной, но жителей не расселяют. В 2014-м в доме появляется трещина, обваливается часть здания. Трагедия обходится без жертв. Сейчас здесь никто не живет, однако это место пользуется определенной популярностью у местных жителей. Под надписью «Свалка запрещена» жители окрестных домов устроили несанкционированную свалку. Мусор, конечно, выбрасывать неправильно, но не поставишь же сторожа отслеживать все это. И на совесть рассчитывать, получается, не приходится. Мусора целые горы. Их они выбрасывают, потому что близко контейнеров нету. И поэтому приходится, как говорится, куда бросили, туда бросили. Первая дата сноса была назначена на 2015 год, затем ее переносят на 2018. Позже снос и вовсе отложен на неопределенный срок. Жителей это не устраивает. Здание находится вблизи с другими жилыми объектами и детской площадкой, да и общий вид улицы портит. Мы направили запрос в администрацию города, и вот какой ответ получили. Конкурсная документация на работу по сносу дома размещена на аукционной площадке. Конкурс пройдет 17 января 2020 года. Если он состоится, то здание будет снесено в феврале-марте. Свалку обещают вывести до 18 января, а на месте снесенной постройки администрация города планирует возвести необходимый горожанам социальный объект, например, школу. Олег Лавров, Артем Таранков и Виталий Кудрявцев. Время новостей.